Так, второй вопрос был. Яблони не сбрасывают листья в зиму. Значит, сорта не районированы, понятно. Ясно, что яблони любая на большей части территории России, да на всей территории России, это иммигранты с юга. Вот, без районирования они уходят в зиму с зелеными листьями, и вероятность повреждения или гибели больше. Вот, но в качестве примера привожу свой сибирский опыт. За 33 года трижды уходили в зиму с зелеными, так и совершенно зелеными, даже не пожелтевшими. Даже не только яблони, и абрикосы, и сливы, и даже персики. Вот так стояли листья зеленые, заледенелые, и уже не возвращалась плюсовая температура. Вот гибели деревьев в моем саду не отмечено. Одно-два дерева не в счет. Вот. Ну и потом были обычно нормальные урожаи. Почти всегда. Значит, что я хочу сказать. Ничего хорошего нет, когда не сбрасывают листья, но и не смертельно. Вот. Но надо заниматься. В частности, наша учеба будет как раз об этом, как быстро-быстро районировать. Не десятки лет там, и куча бумаг в госсортировочных участках. А год, два, три и приехали. Это вы будете делать сами. Звучит нагло, но объективно.